Че, привет, здорово. Привет. Короче, отправляемся в водный поход, сплав по Соку на остров на необитаемый, да? Да. Ну все, давай, греби, да, весла, поплыли. Куда? Нам в ту сторону. В ту? Да. Весла бы не уронить. Давай, не урони. Греби давай. Пап. Ну все понятно. Так что я буду грести. Народ, хотим проплыть под деревом. Получится у нас или нет? О, ложиться надо, ложись, Тём! Здорово! Как кайф! Красота, да? Да. Ой, такая тишина, такая красота. Класс. Да. Река спокойная тут у нас, но в то же время течение есть. Можно даже не грести, ничего, оно сама будет грести. Только поворачивать надо. Ну, можешь даже не поворачиваться, будешь кружиться вот так, как мы сейчас кружимся. Да. Так что вот так вот. Народ, мы приближаемся к порогам. Это ГЭС. Наш любимый ГЭС. Я боюсь. Тут так опасно. Здесь классно. Классно и опасно. Ага. На, возьми. Такие, возьми камеру. Классные такие места, но опасные. Двумя руками возьми, как ты не упадешь, чтобы уверен. Я еще что буду прибыть. Мы задели. А если нечаянно уроню? Самое опасное в мире. Да, это наш пляжик любимый. Здесь мы зимой и летом любим отдыхать. Зимой купаться вообще-то. Угу. Да. Ух, какие пороги. Смотри, смотри. Да. Класс. А, нас разворачивает. Тёмыч. Ай-яй-яй-яй. Мы плывем сами по себе. Течение. Течением нас несет, куда вынесет. Не хочешь? А несет. Хочешь, не хочешь, а несет? Да. Ага. Хочешь, не хочешь, а несет. А тут мелко вообще-то. Ну, конечно, здесь же течение. Проплываем под мостом. Мы уже под ним. Следующая остановка у нас, достопримечательность, это будет наш остров. Да? Тут ну так... давай, как рассказывай, какие у тебя впечатления? Отличные. Знаете, когда мы ГЭС проплывали, там течение вообще было. Да, это вы знаете. А еще я знаю, что папа с Толей просто плавали на тостере с арбузом. Ой, а что, зачем я это сказал? Я и так его хочу. Я его и так хочу. Дайте мне кусок арбуза. Дайте, пожалуйста. Дайте кусок арбуза. Дайте. Ну все, мы прибыли на остров. Вон наш шатер. Вот наш необитаемый островок. Сейчас посмотрим, выберем местечко для палатки. Так, я уже знаю, какое местечко для палатки. Я думаю, вот здесь вот неплохо. Травка. Показы. Можно и там. Давай, все, решили тут. Здесь склон небольшой есть. Нам не очень комфортно, наверное, будет спать. Лучше ровное место.
глубже бы я хотел, он почти вон там в воде. На самом конце? Да. Но здесь влажно, здесь не очень. Если только вот здесь, вот прям, вот где сухой песок. Да. Ну, сейчас решим. Давай, вот тут вот, все. Только траву оборвать надо. Да не надо мне ее оборвать, зачем? А, там еще много. Пошли на тот конец острова, сходим. Пошли. Посмотрим, что там. Ну, в общем, у нас мы расположились. Поставили палаточку. Готовим ужин. Сейчас костерчик еще раз зажжем. Да. В 12, в 11 часов. Комарья, правда? Да. Немерено. У нас репеллентов, конечно же, нет ничего, мы все забыли. Вот, но зато мы оделись в свои биостопы. Нас это более-менее как-то спасает. Да. Особенно меня. Да. Меня почти не кусает, только вот чешется просто. Да. Ну что, народ, ночь закончилась. Мы переночевали на острове. Как у тебя впечатление? Замечательно. Классно, да? Да. Всем советуем. Приезжайте, приплывайте. Короче, все на острова. Мы выдвигаемся дальше, в сторону дома.